Перед вами группа «Своя философия». Встречаем наших гостей из Самары. Здравствуйте, друзья. Здесь замечательно выступали ребята, которые представляют тяжелую музыку. Но как бы фестиваль был бы, наверное, не фестиваль, если бы все время было одинаковое звучание. Вот поэтому мы представим здесь, как уже сказали, лайфхолл. Обычное дело, меж сияющих тел я как пуля свистел, снегопад обрушился белым. Всякий раз в земле я твой каменный лев, я сижу в стране под рекою. Среди тысяч людей ни врагов, ни друзей, ни тревоженной души непокойно. Остывает вода цвета первого льда, и не скоро ей быть голубою. Говорят, что беда — это та же вода, высыхает сама за собою. Потерпевший от тел, купидоновый стрел, я глядел в дни недели и числа. Непутевый пострел, там и тут не поспел, растерялся на поисках смысла. Точные этюды на осеннем балу, я сижу на полу в ожидании какого-то чуда. Yeah.
тоскою квасит до страницы. У нашей Раши есть особенная стать. Мы рождены на свет крылатыми, как птицы, вот только лишены возможности летать. И каждый обретет себе свою дорогу, отчаянье и как угонит самолет. И каждому свой бог, и ангелы подмогу, и паспорт, и контроль за право на полет. Сонный мод заворошило с высоты прожитых лет. И держать, что было силы, он ходил на земле. Все ветра к миру опасны, все пути к миру прямы. Все вокруг миру несчастны, миру удобны. Во сне порой до слез и после пробуждения пытаюсь разгадать приснившийся ответ. Я думаю всерьез о смерти и рождении. Откуда этот мир на миллиарды лет? Не хочется ли мне законов не останет? Я молюсь все пути земного бытия. Здесь на земле живет прелестное создание, и в ней моя любовь, смирение и я. Ворошила с высоты прожитых лет. И держать, что было сил, он хранил этот секрет. Все ветра к миру опасны, все пути в меру прямы. Все вокруг к миру несчастны. Философия дня.
Спасибо. Так, это группа «Своя философия». Я хотел бы задать вопрос один девушке. Девушка, не могли бы вы рассказать, как сформировался ваш коллектив? Это был долгий, но не скажу, но приятный процесс. Но изначально это был дуэт Антон и скрипка Ольга, потом там появился наш барабанщик Дмитрий, и в этом году к нам наконец-то пришел Сергей. Ведь у каждого с душой поэта непременно своя философия. Нет. Спасибо. Группа «Своя философия».